Теперь самое интересное. Теперь мы настроим наш сайдбар и начнем мы. Давайте мы начнем с самого каталога. Для этого мы переходим в виджеты. Внешний вид. Виджеты. Существует две панели по настройке виджеты. Вот эта панель через консоль и через настроить. Сначала мы начнем с этой панели. В каталоге товара, то есть в сайдбаре каталога товаров с категориями, то есть вот этого, вот в этой виджет-зоне WooCommerce сайдбар, мы разместим с вами те самые фильтры, про которые я рекламировал. Давайте сделаем по-другому. Нам нужно навести на плагины и выбрать установленные. Так. Теперь мы находим наш плагин, который мы устанавливали для фильтров. Вот он, WOOF. И видите, тут сеттинг, настройки. Кликаем вот сюда. Отображается панель. И смотрите, тут отображаются наши атрибуты. Смотрите, какие. Материал, размер, сезон и цвет. Давайте для удобства. Как сначала сверху, как будем отображать? Давайте самый верхний это размер. Он у нас будет первый. Потом будет идти у нас цвет. Да? Просто перетаскиваем материал. И потом уже сезон. Вот. Но для того, чтобы они не отображались, вот здесь везде нужно поставить галочку в соответствующих атрибутах. Допустим, вот это все метки категории товаров, метки товаров мы не будем использовать. Существует несколько вариантов оформления таких фильтров. Но для меня существует по факту лишь два. Это радиокнопки и чекбоксы. Суть в чем разница? Чекбоксы, это вот он перед вами чекбокс, то есть галочка вот в таком квадратике. А радиокнопка это вот кружок и в нем точка для выбора. Я думаю, все это знали. В чем отличие? Отличие в том, что чекбоксов можно выбрать одновременно сколько угодно, а радиокнопка может быть выбрана одна. Для примера мы радиокнопкой оформим только атрибут материал. Вот, она уже выбрана. А в остальных везде мы выберем чекбоксы. Все, выбрали. Больше ничего настраивать не надо. Спускаемся чуть ниже и кликаем «Сохранить изменения». Теперь мы должны с вами перейти во внешний вид виджеты. Здесь нам нужно найти виджет. Вот он, WOOF, WooCommerce. Открываем его и отправляем, выбираем WooCommerce Sidebar и кликаем «Добавить виджет». А как вы видите, этот виджет, он ушел в виджет-зону в WooCommerce Sidebar. Теперь нам нужно заполнить вот эти поля. Сейчас я вам расскажу, что тут за что отвечает. Значит, во-первых, вот этот заголовок, это заголовок секции в сайдбаре с фильтрами. То есть, ну, по факту, тут нужно просто написать фильтры. Далее, вот здесь мы ничего не меняем. Если вы хотите, чтобы после выбора определенной опции или фильтра, ну то есть какого-то атрибута, сразу происходился подсчет товаров и автоматический их вывод, то для автоматического подсчета здесь ставим yes, и для сразу немедленного вывода также ставим вот здесь yes. То есть здесь и здесь должно стоять yes. Далее здесь ничего не меняем, потому что мы хотим отображать кнопку «Очистить» внизу. Поэтому если хотите сверху или сверху и снизу, то вот это, если хотите отображать сверху снизу, то здесь выбираете. Если их вы отображать хотите только сверху, то здесь. Но если снизу, то вот здесь. Поэтому я хочу снизу отображать кнопку «Очистить», поэтому я выбираю «Bottom». Здесь мы оставляем «No» и сохраняем изменения. Все, на этом фильтрация завершена, все очень просто. Но в этом сайдбаре есть куча мусора, мета, рубрики, архивы, это все не нужно. Для того, чтобы удалить этот шаблон и мусорные виджеты, мы открываем каждый виджет и кликаем удалить. Кроме того, мы хотим в сайдбар положить еще секцию с брендами, то есть с метками. Мы должны с вами здесь в виджетах найти метки облака меток товаров и также отправить в WooCommerce Sidebar и расположить их под фильтрами и назовем бренды. Сохраняем изменения. Теперь в самой карточке товара мы расположим с вами в сайдбаре
информацию о том, что минимальная сумма заказа от 1500, и также мы расположим блок с категориями товаров. Давайте начнем с категории товаров. Слева есть виджет категории товаров, давайте его найдем. Вот он, этот виджет, открываем и уже выбираем в качестве виджет зоны продукт сайдбар. Отходит нам сюда, здесь мы пишем каталог, как название этой секции, да, и устанавливаем галочки во второй секции, в третьей уже стоит и в четвертой. Все, остальное больше ничего не ставим. Сохранить изменения. Теперь нам нужно добавить информацию с минимальным заказом. У вас под видео будет ссылка на инструкцию, там будет инструкция, будет что-то называться типа текст для блока суммы минимального заказа, как-то так будет называться. Вы открываете эту инструкцию, копируете весь имеющийся там код. Я возьму этот код с сайта образца продукт сайдбар, вот он. Так, я возьму этот код отсюда. Вы точно такой же код там скопируете из инструкции. Далее вам нужно найти виджет текст слева. Мы нашли. И теперь нужно отправить этот виджет в продукт сайдбар. Он у нас уже по умолчанию выбран, потому что мы последний раз именно туда отправляли виджет. В эту виджет зону добавить виджет. Здесь мы переходим с вкладки визуально на вкладку текст. Закрываем сообщение, устанавливаем курсор мыши и вставляем скопированный код и обратно переключаемся на вкладку визуально и кликаем сохранить. На этом настройка сайдбара должна быть завершена. Теперь давайте перейдем в магазин и посмотрим, что у нас получилось. Ну, опять же, мы настроим, у нас будет справа сайдбар, но, как вы видите, он слева уже все есть. Допустим, давайте синие. Но опять же, не будет лоудинг, будет правильная на русском фраза в языке. Можно джинсовый, синтетика, хлопок синего цвета. Но если мы синий уберем, то смотрите, материалы сразу прибавятся, потому что кроме синего цвета есть еще товары другого цвета, но синтетические все равно. Ну, в общем, вот так вот работает. И вот снизу бренды. Размер названия брендов зависит, сколько товаров в рамках этих брендов заведено. Это отображаются метки, про которые я вам рассказывал. Например, при клике по бренду Zara отобразятся все товары, у которых есть метка Zara. Видите? Ну, давайте все теперь перейдем обратно. Я вам хочу еще кое-что показать. Значит, мы должны с вами вот джинсы, заходим в карточку товаров джинсы. Смотрите, тут, кстати, мы тут одну штуку неправильно сделали. Нам нужно минимальный заказ наверх. Все, возвращаемся назад, консоль, виджеты. Тут, кстати, короткий переход до виджетов есть. Смотрите, открываем продукт сайдбар и берем текст, виджет текст над категорией товаров. Перемещаем обычным переносом. Все, переходим в магазин обратно. Здесь в джинсы заходим. И, пожалуйста, вот минимальный заказ от 1500, да? Но опять же, это все стилизуем, это дизайн мы перестроим. И вот каталог с количеством товаров. Все. Вот так простым способом, все простым, почему это настраивается? Потому что мы с вами заранее подготовили. Перед тем, как заводили товары, мы завели все атрибуты. И по уму правильно начали все заводить. Вот именно так нужно в 2020 году создавать каталог с товарами. На этом настройка сайдбара каталога, нашего каталога с товарами завершена.